Привет, дорогой зритель. Михаил, канал «Картавый блогер». И, блин, люблю я посылки местные. Да, это означает, что там что-то, что, ну, я на самом деле хочу, что я ищу. И прям, блин, давайте посмотрим, что вот раз ко мне пришло. Да, блин, запакует. Ты, кстати, хорошо запаковал. Есть у нас, как сказать, левши. Наверное, кулибины разные, разнообразные. О, ёлки-палки, вам это не видно. Ну вот, вот так вот я поверну. Собственно говоря, можно понять, каким макаром он все это дело делает. Так, куда бы тебя сыпать-то? А не буду я, наверное, сыпать. Достану я один из трех. Я их заказал три. И, собственно говоря, вот так вот вам его покажу. Ну-ка, камеру пониже. Вот, и, в общем, вот этот вот у нас кулибин делает. Вот, собственно говоря, его контакты. Я его нашел в Инстаграме. И прям вот очень загорелся. А нижняя часть у нас приклеена. Нижняя часть у нас приклеена. И, собственно говоря, то, что мы видели как защиту, ну, банально, наверное, неохота выкидывать все это дело в помойку. Он закидывает, ну, убивает двух зайцев дуплетом. И смягчает, чтобы все это дело не повредилось. И не засоряет. Не засоряет окружающую природу. Отдает это в ваши руки, чтобы вы могли потом засорить. Что это такое? Это чехол для патронов. В моем случае. Ну, немножко. Давайте покажу. Видите, все-таки вот не совсем точно. Оно вот здесь вот входит. И видите, такие пузыри небольшие остаются. В остальном, ну, по-моему, очень даже. Так, где? Иди-ка сюда. Раз. Два. 3-4. Секундочку. Был у меня на обзоре, если вспомните, да, вот такой вот патронтажик. Ну, достаточно удобная штука, но в ряде случаев интересна вот такая. Ну, каждому, конечно, свое, но мне вот интересна вот такая. Если у вас 12 калибр, то сюда уместится 60 патронов. Там, кстати, внизу местечка не хватило. Не знаю, надо было бы делать мягкое или на самом деле это ни к чему. Сейчас поставляем и посмотрим, насколько хорошо оно держит. Довольно сильная тряска. Фигулина это вылетела. Надо бы ее все-таки ему, наверное, получше там делать. Или, может быть, приклеивать, что ли, чтобы она не выскакивала. Блин, ребят, чудесно. Данный кейс полностью оправдал то, что я от него хотел. Как там? Добрый вечер. Вот, он полностью оправдал то, что я от него хотел. Это на самом деле очень удобно. То есть, вот, как бы вести их удобно в рюкзаке где-либо, да, то есть, ну, герметичности, наверное, разговор не идет, но закрыто достаточно хорошо. То есть их взяли, вынули, открыли. Патрончики у вас здесь там с номерочками, там пятая, третья, нулевка, картечь. А в моем случае 70-е. Но 76-е вроде как тоже сюда входят, проблем никаких нету. Есть у него там для каких-то там пистолетных патронов и так далее и тому подобное. Нарезных. Ну, мне это не особо сильно надо, поэтому
Ну, здесь та же самая картина, видите, да? Пустота. В принципе, да, если для вас это достаточно большая сумма денег, либо у вас просто изначально прямые руки, и вы любите такой ерундой. Баба! Ни хрена себе. А это все почему? Потому что у меня ребенок. Ай, блин. Потому что у меня ребенок взял и отломал там одну фигулинку от держалки. Я ее изолентой примотал. Немножко слабо, надо изоленты добавить, будет тогда хорошо. Так вот, если у вас прямые руки, вы вполне можете взять вот такую вот ерундистику. Эту ерундистику склеить. Взять чем-нибудь нужный диаметр, вырезать. Там, может быть, у вас будет кейс под один патрон. Вдруг вам такое хочется, да, пожалуйста. Да, взять подобный кейс. Подыскать, да, и, собственно говоря, сделать это самому. Мне, ну, такими вещами заниматься не до этого, поэтому я купил. И, собственно говоря, буду пользоваться. Буду пользоваться и буду получать удовольствие. Давайте тоже проверим с пулевыми, как у нас будет все это дело выглядеть. Да все то же самое. Нифига они не выпадают. Держатся они хорошо. Поэтому я очень даже доволен. Подозреваю, у меня, может быть, кто-то начнет их выпрашивать. А я буду говорить, нет, ребятки, давайте к Димульке, заказывайте, он вам отправит. Ну, соответственно, есть там некоторые неудобства, то есть я побывал в шкуре моих подписчиков, которые заказывают у меня телефоны, когда денежку надо отправить, неизвестно кому, вроде отзывы есть, ну а в целом отправляешь, а дальше непонятно, придет тебе что-то, не придет тебе что-то, ну, сумма не столь большая, на Ганзе человечек есть. Ну, я там особо даже толком не рассматривал. Заказал, пришло. Я очень-очень-очень доволен. Да, я очень и очень доволен. Рекомендую. Собственно говоря, есть другие еще разные разнообразные кулибины, которые делают вещи для оружейной тематики. Ну, постараюсь вам про них тоже чего-нибудь подрассказать, если вам будет интересно. Всем привет! Вернее, уже пока. До скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал «Картовый блогер». Увидимся.